так и зроблю. Почем у вас? Да, что почем у вас? Такой вот сколько? 250, да? Да. Ну, здесь, ага. Такие сотни, такие 150, там 180, 150 тоже. Угу. У меня есть кусочек говядины, яблочко. Угу. 200 гривен. Это хорошая мяка, да. Свинина 180, 200. Есть шея свинячая, угу. 250. Ребра нема, есть лопатка. Ребенушка. Он даже зельц. Печень у вас, да, есть? Зельц. Починка есть. Да, печень. Этот район называется Самаровка. Вы хоть знаете, где это в городе находится? Это черта города. Открылся здесь фирменный магазин пивоварни. Вот, на основе того, что тут когда-то был завод расположенный. Вот. И открылось здесь, значит, производят пиво. Тут же магазинчик. Можно купить в бутылках, можно на разлив. Там 50-60 гривен за литр. А по бутылочкам, она сказала, только в некоторых магазинах сельпо можно их продукцию. А на разлив только вот в фирменном магазине можно купить. Ну что ж. Надо попробовать. Я в Чехии, когда была, так тоже ездили на пивоварню и покупали на там на пивоварне пиво, пробовали. Тоже было вкусно. Это район, конечно, такой. Больше частного сектора. И дачи здесь у людей. Раньше это считалось пригород, теперь Самаровка, она считается уже город. Ну, здесь тихо, спокойно. Может быть, конечно, транспортом здесь и неудобно как-то добираться, но у кого свои машины, это раз-два и доехал беспроблемно. Зато тут чистота, тишина. Благодать. Деревья. Еще пока ничего нет. Это ж только-только вишни, абрикосы. Только цвели, поотцветали. Вот смотрю, только у людей там чайная роза. А чего не собирают? Чего варенье не делают из розы? Оно ж очень вкусное. О, черная кошка дорогу перешла. Все. Марина, возвращайся назад. А вот здесь когда-то было кладбище. Кстати, он еще даже какие-то веночки висят. Еще видно, все равно кому-то приходят. Ну, это уже столетней давности, по-моему, кладбище. Это так еще, наверное, когда совсем уже там каких-то древних старушек тоже хоронили. Так, я дошла до поворота. Угу, пойду сюда. На улице никого. Никого, никого. А солнце начинает вылазить, шмалить. Какие розы у людей красивые. Прелесть.
Ну все, в общем, мне еще идти далеченько. Иду. Детская площадка. Ну понятно, в такую жару кто сюда придет. Там какая-то коза, что ли, пасется. Оно на солнце сейчас все накалилось. Вечером, конечно, можно прийти пресс покачать. Ой, а что-то так белым цветет красиво. Как из досок таких корявых сделан заборчик. Ну, ничего, обшили и все. Утки там какие-то крякают. Кряки крякают. И утки уткают. Кря-кря. Угу. Мусора. Это ж видно, ожидаю, должна мусорка приехать забрать. Люди так аккуратно к одному месту посносили. Ну, посмотри, как утка раскрякалась. Какие места здесь красивые. Такой простор прямо. Может переселиться жить сюда? Бросить свою квартиру? Ну так я ж ничего садить не умею. С меня толку никакого нет. Вишенка зацвела. Вот какие ягодки. Видите? Ну, я попробовала, они еще должны дозреть. Вот так, кислые. Ну, вот что, мне цветочки дали. Лук у меня там. Клубнички немножко собрала. Чуть-чуть там в огороде поколупалась. Травку порвала. Вот, чуть-чуть подвигалась. Конечно, у всех будет вопрос, у кого я была. Это у меня, ну, как сказать, у родственников, или как сказать, такое вот типа дачи. Вот, я там ничего не снимала. Люди сказали, так, сразу никаких съемок. Чтоб тут нам ни дом, ни огород, нам это ни к чему. Ну, и правильно, потому что так... Основная масса меня смотрят адекватные люди, но найдутся одна-две какашки, которые, то есть, знаете, как это, ложка дегтя в бочке меда. Поэтому люди сказали, нет, значит, нет, я там не снимаю. Ну, какое-то такое своеобразное удовольствие, можно так сказать, получила от физического труда.